представлю вам образцы цен на мороженое в нескольких магазинах города Москва в фотографиях и видео. Где-то представлены все виды основные, от маленьких до больших. Скидки, конечно, меняются, но это обзор именно августа, то есть достаточно жаркого периода времени и вполне актуально сейчас. Есть магазинные варианты сладости этой, иностранные, российские, все возможных составов, наполнителей. Все лежит в морозильниках, как полагается. Начинается все в Глобусе, продолжается в перекрестке Билли и магазине сети Карусель, также в Ашане. Спасибо вам за внимание, ждите новые обзоры, подписывайтесь на мой канал, конечно же, и ставьте лайки. Всем пока, смотрите дальше, как все будет идти. Да, представленный вам год 2020 со всеми его особенностями. Носите маски, перчатки в общественных местах, пользуйтесь антисептиком.
Вон там, на нас сверху накидали.